Если вы заинтересованы в том, чтобы с другими людьми у вас были хорошие отношения, но вы просто должны исходить, на мой взгляд, из того, что вам нужны эти хорошие отношения с этими людьми, а не из формальных ценностей. Да? Я дружу с человеком не потому, что есть ценность дружбы, и поэтому друг в беде не бросит, лишнего не спросит, вот он что значит настоящий друг. Нет, я исхожу из того, что есть люди, которые мне дороги, я о них забочусь. Ну, как бы, друг он, не друг, что это такое вообще, да? Есть важность для меня кого-то. И это никуда не девается. Ну, как бы, я считаю, что мы с вами социальные существа, нуждающиеся в большом объеме живых, полноценных, насыщенных, эмоционально сильных социальных контактов.